На освобожденные земли пока нельзя. Генеральная прокуратура Азербайджана предупредила граждан о недопустимости поездок на освобожденные от армянской оккупации территории. Несмотря на неоднократные предупреждения, граждане продолжают совершать поездки, приводящие к гибели или тяжелым ранениям в результате подрыва на минах. До полного окончания разминирования этих земель незаконные поездки запрещены, отмечается в сообщении Генпрокуратуры.